Всем привет, меня зовут Глеб. Я за одну минуту попытаюсь вам рассказать о книге Мэтмэдена «99 способов рассказать историю». Книга написана в стиле комикса, где главный герой, сам Мэтмэден, встал из-за стола, спустился, у него супруга со второго этажа с другой комнаты, спросила, который час. Он ответил ей, час 15. Подходит к холодильнику и спрашивает, а что я здесь хотел? Потом эта история повторяется 99 раз, но в разных стилях. Такие как с точки зрения холодильника, комиксы, бинарный код и тому подобное. А чтобы узнать подробности этой книги, читайте ее полностью.